Всем привет, с вами я, Вадим Сена, добро пожаловать. У нас сегодня игра Uncharted Утраченное наследие. Мы продолжаем и сюжет возвращения домой. Поехали. Продолжаем наши поиски сокровищ, поиски утерянных артефактов и приключений. Игра очень прикольная и мне нравится, потому что напоминает фильм Индиана Джонса, игру Tomb Raider и еще какую-то, я уже не помню. Ну, тут, в общем, много чего забавного и интересного происходит в игре. Так что давненько не играл. Будем пытаться на ходу вспоминать, как там управлять. Там, в общем, ничего сложного, но чтоб все было в пределах разумного и допустимого, будем стараться. Там посмотрим. Там поглядим. Сейчас, подождите, оно тут долго загружается, я тут не при чем, это все игра, виновата игра. Я даже не помню, на чем мы там остановились, где мы там и что мы, что, почему и где, но, кажись, мы в джунглях, а в какой стране, я уже не помню даже. Просто я не смотрел эти по мои прохождения свои собственные. Потому что я сначала записываю, а потом, когда то это проходит больше времени. Где 94%, это, конечно, много. Много. И долго. Ну, come on, everybody, come on. Серьезно? Издевается игра надо мной, вообще жесть. Наконец-то. Вуаля. Сработало. Да, мы в джунглях. И да, я помню, когда мы проехали эти ворота. А вот дальше я не помню, что там было. Западные гады. Здесь можно долго искать. Да, но у нас есть преимущество перед твоим осавом. Три символа. Глянем на карту. Чтобы свериться с картой G сюда. Так, посмотрим. Мы где-то здесь. Я буду делать пометки по ходу. Угу. Ну, походу нам направо, потом там налево через мост и в центр. Ну, если я правильно по ним правильно читаю. Гляди, башня. Ого. Сверху можно увидеть все как на ладони. Может. Давайте. Окей. А я высматривать Осава. Прекрасно. Не то чтобы я из-за него переживала. А стоило. В другой раз врасплох мы его не застанем. Вряд ли он от тебя многого ожидал. Погоди, это комплимент? Звучало прямо как комплимент.
парня идиоты, но Асав, нам просто стоит держаться от него подальше. Нам точно сюда? Не понимаю, как люди идут за такими, как Асав. Все просто. Он ищет слабых и предлагает им стать сильными. Дает им цель. Цель? А по-моему, лапшу он им вешает. Угу. Так, выходи. Я на минуту. Я подожду. Да ладно, я подожду. Ты чего? Близко не подходит. Сейчас мы его здесь это попробуем. А? Большой привет. Так, ну тут, конечно, это сложно будет. Вроде никто не заметил. Его кто-то убил! У нас гости! Разделимся! Куда разделитесь? Ну, стоять на месте. Один зараза остался. Интересно, долго он так простоит? Черт! Да блин, я не думал, что сзади вот там вот появится. Вы зафиксируете что-то?
чисто. Хорошо. Зараза. Откуда они взялись? Вообще, блин. Что здесь? Я уже забыл, как там его это. Все, ну ладно. Чтобы сделать прицельный бросок гранатой. Куда он взялся? Тут его не было. И она еще сюда притащилась. Серьезно? Ну пошли, чего? Че уж там? Вроде мы всех это. Так, по карте что у нас там? Мы здесь. Нам надо развернуться и поехать сюда. А как ты вообще связалась с Асавом? Из-за... Не будем об этом. Мне показалось, что он на тебя запал. Не напоминай мне. Пригодился в свое время, но... Жуть. Ну, так рассказывай. Не хочу. А если под рюмочку? Никакой рюмочки не хватит. Мне показалось? Да, мне показалось. Так, ты же военный эксперт. Как тут будет действовать Асав? Постарается устроить засады на всех подступах и остановить нас. Я бы поступила иначе. Что бы ты сделала, если бы была Асавом? Сбрила бы бороду. Я бы подождала. Дала противнику сделать всю грязную работу, а потом забрала бы бивень, как с блюдечка. Хитро. Практично. Без лишних рисков. Хорошо, что ты в моей команде. Тебе повезло. Странно, что Асав так не делает. Может, его эксперт знает что-то, чего мы не знаем? Да, тем больше причин провернуть все по-быстрому. Так. Куда ты собралась? Со мной полезешь? Я бы с радостью, но кто-то должен посторожить машину. Верно. Сторожим. Теперь наверх. Начинает тянуться, можно прыгать. Куда? Да.
Пока вполне. Теперь сюда мы. Серьезно? Да куда ж ты прыгаешь? Бинч! Где ж? Так вот, да. Ауч. А, фух. Все, я понял. Везде. Нам тут надо что? Лук Парашурамы. Посмотрим. Показывают прямо на Хайсальские руины. Старая крепость возвышается прямо посреди озера. В этом месте нарисую на карте лук. Хорошо, тут. Это ж была. Глянем, что за дверью с топором. Еще одна крепость. Стоит прямо на склоне горы. Сделаю на карте пометку в виде топора. Ха. И что это такое? На будущее. Каждую точку надо объехать, ничего себе. И, наконец, дверь с резубцем. И еще одна крепость. Сразу за теми водопадами. Угу. Тебя пометим резубцем. Так она не все. Ты уверен? Надо было найти кнопку, а потом лезть наверх. Символа. Да ну? Ага. Каждый указывал на одну из крепостей. Именно там стоит поискать. Класс. Ц карта. В общем, нам... Чтоб туда проехать, да, нам налево, потом налево, потом направо. В общем, да.
Серьезно? Подождите. Так, направо. Вот сейчас вот направо. Ничего себе. Тут и дорога. Конкретно для этого джипа. Так, потом налево там надо. Еще раз, да, вот тут вот налево. Эй, осторожней, там целая толпа повстанцев. Ну, было и было. Такс. Так, мне, конечно, бы пригодился бы снайперская винтовка. Вот тут я их четверых нашел. Еще один. Эксперт Осава велел тут ничего не делать. Куда ты полезла? Иди сюда. Так. Тут должен этот какой-то в окно выпасть. Делай, алло. Одному.
Так, двоих кокнули, осталось двое или трое. Сюда. Еще один с этим. Тревога. Отлично. Все чисто. Да. Давай осмотримся. Давайте осмотримся. РПГ. Вместо этого. Ой, блин. С оружием, я так подозреваю, будет траблы, да? Угу. Взламывай ящик. Сокровище. Это вообще-то кожа, бинокль. Так, Кривоск. Нет, мне этот больше нравится, этот с глушителем, хотя у него мало патронов. И это не очень хорошо. Патронов мало. Не знаю, стоит ли нам взять РПГ. Не узнаю. Это не из наших трех символов. Но денег за это шибить наверняка можно. Что она там нарисовала? Ага. Но мы еще не на месте. Я не знаю, брать нам эту РПГшку или не брать. Я в грузовике смотрим. Там, наверное, ничего такого нет. Да. Thank you.
Это этот гудит, а я думаю. Там грузовик. Шикарно. Смотри, там грузовик Осава. Вроде никого. Интересный круговой узор, как на диске. Да, мы в нужном месте. Они точно там. Нет, тут не зайдешь. Давайте в сундуке глянем, что там. Патрон в следующий раз. Так, тут все равно мы не это. Глянь наверх. Лук Парашурама. В башне был такой же символ. Значит, да. Парашурама. 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 Да. Машину надо кто тащить. Там был? Шестое воплощение бога Вишну. Великий бог. Давай, цепляй. Зацепила? Куда ты вынесла? Вообще нормально. Пошли внутрь. Как думаешь, что это было? Сложно сказать. Крепость? Странная конфигурация для храма. Мне кажется, там нас ждут гости. Ух, ничего себе. Наконец-то мы выбрались из этой дыры. Я уж думал, босс только балда не... Кто здесь? Не останавливайся! А!
Сама себя, а ты еще и это. Попал на путь свободен. Думаю, нас услышали. Ничего не поделаешь. Идем. Серьезно, аж туда? А вот и подмога. Если я начну отсюда стрелять, вам хана. Где ты, тварюка? Скотина. Упал. Хорошо. Теперь упал. Нет, там еще один. Все, будь свободен. Зараза. Снаружи стоит огромный грузовик. Будем на страже. Так, ну нам туда явно. Я бы предпочла, чтобы у нас была хоть какая-то фора. Ничего не поделаешь. Да и не важно, кто начнет. Важно, кто закончит. Это верно. Что-то я не вижу никаких божеств. Давай наверх. Достать или спрятать оружие можно с помощью. Либо туда, либо сюда. По-другому никак. За мной! Если начинает стянуться. Есть там кто? Красиво спрыгнули. Найди их сейчас же.
засекли. Я заметила. Еще один? А, все. Это точно. Идем дальше. Понял. С языка сняла. Да уж. Жалко. Тоже дезерт, тоже фигня. Ладно, и пошли. Близко, но так далеко. Должен быть какой-то способ их открыть. Наверняка. Давай поищем. Давайте поищем. У нас тут еще одна отмычечка. Как ты говорила? Подняться.
Прошу прощения. Как ты там? Нормально. Нормально. Вроде я на месте. Ладно, видимо, не сюда. Вот ты где. Развлекаешься? По руку есть. Подала. Вот это да. Спасибо. Идем. Ну ты смотри. Ну вот и финиш. И кто бы мог подумать. Говорила я, это ключ. Ай да умница. Ну что, посмотрим. Пэрнер циферблат. Древний хайсальский пазл. Я делаю лук. А тут что-то не сходится. Что теперь? Крутить. Теперь мы повернем рукоять и глянем, что будет. Да, и что-то процентит. Хочешь? Ну, знаешь, охота за сокровищами предприятие рискованное. Война да. В целом тоже. Но если я срываю гранату чеку, я хотя бы знаю, что будет. А в нашем деле веселее. Ты слышала? Чувствуешь? Ну и что там происходит? А, вода. Фрейзер, что? Посмотри. Охренеть. Там огромный рельеф, вырезан прямо в той скале. А ты боялась, что мы нажмем на рычаг и сдохнем. Да, как хорошо, что со мной дочь археолога. Интересное, небось, было детство. Интересное. Много узнала. Мой папа обожал Хайсалу. И тратил на нее все время. Да. Я же готова ковыряться в руинах только ради выгоды. Понимаю. Я никогда не иду на риск без выгоды. Да уж, наверное. Все-таки рулить армией – большая ответственность. Вторая натура. Компания отца. Я приняла руководство. Семейное дело? Которое я запорола. Тебе ли не знать? Вы же с Дрейком были, не разлей вода. Ну, это... Мы в другой раз обсудим. Ну, куда дальше? Над водопадами крепость с трезубцем. А на горе крепость, помеченная топором. На топор, наверное. А, стоило мне уточнить о Дрейках, прежде чем на это подписываться. А тут не о чем особо рассказывать. Я хорошо знаю Нейта. Сэма намного хуже. Он как будто из ниоткуда появился. Теперь туда направо надо. Давай поищем путь вниз. Хорошо. А спрыгнуть в воду.
вот эта штука открылась. Ну да. Упс. Дрейк исчез с радара. О нем можешь больше не беспокоиться. У меня были сомнения. А почему ты согласилась? Дареному коню в зубы не смотрят. Особенно сейчас, когда все только и ждут моего ковара. Понимаю. Но в этом свои плюсы. Да, есть плюсы? Ну, когда люди совсем не ждут от тебя многого, их гораздо проще удивить. Но все-таки это высокий бизнес, особенно в одиночку. Приходится использовать любое преимущество. Мне так кажется, что всегда здесь... работаешь одна? Почти. И давно ты это начала? Девчонка. Быстро научилась делать вид, что поддаюсь, и выжидать. А потом забирать свое. Коварство не мой стиль. Всегда предпочитала действовать напрямую. По мне лишь бы работала. Так, еще раз карту смотрим. По воде. Да, мы там должны проехать. Нет. Ну, еще раз. Так, тут мы были, да? Так, ну да, давайте попробуем. Там
никого не видать опять-таки. Рейзер, нас там могут поджидать. И там же ж них нет. Пуль. Трезубец Ганеша. Это я тоже в башне видела. Ганеша. Сокрушитель преград. А ты молодец. Я подумала, раз уж мы ищем его Билли, надо про него почитать. Это божество надо знать. Ему молятся, когда приступают к чему-то новому, или когда хотят избавиться от сомнений и тревог. А. Сокрушитель преград. Ладно. Почему голова слона? Ему подарил ее отец, Шима. Очень мило. Когда срубил его человеческую. О, ну да, с кем не бывало, правда? Ворота взяли? Пока нет. Идем к Кобру 8. Пока можно, будем действовать тихо. Сюда. Сколько их там вообще? Нет, или на крыше еще, видишь? Вон там.
Тут, кажется, возвращается, наверное. Тут другой идет. Сейчас будет весело. Ну все. Там что-нибудь, а? У нас потеря! Блин.
возглавишь и найдешь. Отлично. Их вроде двое осталось. Все, сектор чист. Неплохо, Фрейзер. Ты не безнадежна. Спасибо. Это точно. Лихо получилось. Ладно, пойдем искать этот гигантский кран. Согласна. Отличненько. Нет, не то. Не так. В чем фокус? Нажать. А что? Похоже на кнопку. Да я дала тебе шанс попробовать.
Хороший звук. Одна из спиц в колесе повернулась. Где еще одна? А что насчет тебя? Два есть. Еще где-то. Я сама. Ладно. А вот, тихо. Нашла. Осталось последнее. Вон оно, вижу. Не допрыгнула. Ага. Все так просточко. И последнее. Готово. Ладно, возвращайся к той большой штуке. Большой штуке? Ну, как это называется у археологов? Ну, пусть штука. Какой той основной, что ли? Наверное. Чё? Ну и что? Придется подлезть. Ну ладно. Не страшно было, что там могло привалить-то? Давай пустим воду. Эй, погоди, откуда нам знать? А вдруг там не вода, а лава? Ты издеваешься. Конечно, я издеваюсь. Ну и чё? Ну вот. Что, мне даже жаль, что там не лава. Еще водопад. Да, два из трех. Какие безумные старания, чтобы спрятать бивень. Дело в том, что бивень был символом их величия, олицетворял их богатство и силу. Заманчивый трофей для персов. Да. Но мой отец был уверен, что бивень — это даже нечто большее. Что? Твой отец искал бивень? О, бивень был его страстью. Он был готов копаться в архивах днем и ночью. Все наши деньги ушли на бесплодные экспедиции. Звучит знакомо. Чем кончилось? Я не знаю. Он велел нам с мамой уехать для нашей безопасности. И дальше мы жили в Австралии. И вот я стою здесь, на пороге Халибиду.
Это... забавно. Последняя остановка – крепость на горе. Это та, что с топором. Вот откуда у тебя акцент. Да. Фрейзер – это же не индийская фамилия. Она мамин. Ну и как нам отсюда выходить? Последний платит за ужин. У меня сухпаёк. Зануда. Тут нету шата для пистолета. Нормально, ой, не... Где еще? Я так и знал, что так просто не получится уйти. Одного потеряли! Слева, смотри! Берегите! Зараза. Блин, подстрелили. Зараза. Фрейзер, к нам движется противник. Ну ясно. Эй,
Братья, вы где? Ясно. Протяжите сектор. Возможно, Росс и Фрейзер все еще здесь. Выходите, покажите! Мы знаем, что вы здесь! Уходим, уходим! Ну, блин, не дали убежать. Я тебе точно говорю, это их джип. Нам движется противник. Ну, ясно. Эй, братья, вы где? Ясно. Прочешите сектор. Возможно, Росс и Фрейзер все еще здесь. Сейчас будет весело. Ты импульсивна. У тебя по факту нет боевой подготовки. Носишься, как угорелая, не усвоила пока, что значит стрелять короткими очередями. Ого. И еще ты надела красное, отправляясь в джунгли. Ну, серьезно. Так, подождите. Еще хочу лимонку. Там точно оставались еще лимонки. Еще бы, конечно, хотелось бы, но не факт. Подсказка. Блин, да плохо, что лимонок нету. Я ж хочу лимонку, гранату. А куда нам вообще, честно?
сюда, что ли? Тут только 8. И вот тут патронов маловато. Вода так течет реально. Мне уж иногда даже кажется, что это. О, аж кружится. Осталось то, что на горе. А? Как юный король проиграл персам. Кто только не пытался захватить Фиви и эти земли. А я-то думала, у нас охота за сокровищами. Так и есть. На войн пусть тратят время люди вроде Осава, а не мы. Но на войны я немало времени потратила. Да, но ты же делала это за деньги. Как правило. Так, а где мы? А когда работала на Осава? Какие там деньги? Едва издержки покрыли. Разворачивайся. Зачем ты это делала? Работала на репутацию. Пришлось начинать с самых низов. Да уж, ниже только дно. Красиво здесь. Ты первый раз видел? Да. В нашей работе мало преимуществ. Путешествие одно из немногих. Где ты бывала? Спроси, где я не бывала. Я-то спрошу, ты ответь. Я не была в Штатах. Правда? Ну, я охочусь за старыми штуками. А Штатам каких-то 300 лет. Ну да. А ты? Где бы ты хотела побывать? В Исландии. Хороший выбор. Там красиво. Там тихо и чисто. Хочу увидеть вот северное сияние. Вот какая-то штука. Да, оно стоит того. Поезжай туда, когда... Стоп! Смотри, там, на скале. Видишь арку? Вроде целая. Ты пойдешь? Хочу ноги размять. Ну, давай. Что это за место? Без понятия. Мартышки. Фрейзер, сюда, смотри! Что? Что там? Обезьяны! Похоже, ты рада. Люблю обезьянок. Что у нас тут? Поглядим. Мне кажется, или это похоже на нашу карту. Я сделаю пометку. Ну, что за пометка? Интересно. Это какой-то хайсальский знак. Хочу вернуть на место. Забрала такая себе. Символы? Тут есть прорезь. По форме знак подходит. Ну-ка попробуем. Закрыл точку на карте. Ага. Что будет, если найти все? Какой браслет?
Наверное, принадлежал одной из королев. Такс. Прикольно. У нас тут на карте... Да, помечено. Ясно. Идем. Те фигуры, наверное, хайсальские короли. Всего их 11. Значит, 11 этих штук надо. Это нужно, чтобы найти бивень? Вряд ли, но... Лишние деньги, да? Да. Пойдем, пора возвращаться. А допрыгни. Нет, не допрыгла. Ты как это так не допрыгнула? И тут, скорее всего, не допрыгнет. В том строении что-то есть. Ага, обезьяны. Помимо обезьян. Не вижу, как перебраться. Я тоже. Ладно, идемте тогда, Коль. Эй, никакого автостопа. Эй, ты скучно. А ты хочешь, чтобы сиденья обгадили? Давай тут откроем. Миниатюрная бронзовая пушка. Ничего себе. И куча этих. Ясно. Все цело. Дерьма нет. Поехали. Как стоим, так и едем. Нефритовое лучное кольцо. Это мы недалеко. Нам дальше. Еще. Что еще? Как мне вам позвонить? Стукни, звякнет.
Вы серьезно? Приблизительно. Нет. Окей, мы о чем-то говорили. А, ну да. Ну, я охочусь за старыми штуками. А что там, каких-то 300 лет? Ну да. А ты? Где бы ты хотела побывать? В Исландии. Хороший выбор. Там красиво. Там тихо и чисто. Хочу увидеть северное сияние. Да, оно стоит того. Поезжай туда, когда мы тут закончим. Когда-нибудь. Пока у меня хватает более срочных дел. Да. Осмотрюсь. Я тут постерегу. И снова? Не снова, а толку от этого и снова. Вообще не бывает некрасивых пейзажей. Вон там маленькая пещерка. Не получилось, сейчас я еще раз попрыгнули. Ну иди в эту маленькую пещерку. И чё здесь? От меня не спрячешься. Ну да. Еще герб хайсальского правителя. Кто-то очень постарался, чтобы это спрятать. Вот да. Мы вытащили, а там не вытащили.
карту. Так, туда. Ну, налево. Здесь? Это вот здесь вот. Я немного осмотрюсь. Делай, что нужно. Что залазь ты? Привет, привет. Еще один. Да ну блин, отвали ты от этого. Привет, привет. Прикольно. Прыгай, не бойся. Еще один. А как-то отсюда выходить-то? Я пойду здесь, конечно.
Готово. А? Чтоб тебя! Наверняка они еще здесь. Вроде бы как бы все. Хорошо, это все. Ну что, нашла там что-нибудь? Разобрались. Еще один знак. Плохо, но нету это. Ладно. А где наш этот драндулет? Где-то там. Машина наша. А вот. Я быстро. Так, дальше куда нам? Включите карту. Так, туда. Вот сюда. Прямо и по реке вниз. Ну, там, где мы были, в общем-то. Это где? Вправо чуть-чуть тебя. Туда надо. Я немного осмотрюсь. Давай, удачи там. Подождите. По карте. Да, это вот впереди, вот где-то вот здесь, вот у тебя. Что нас тут ждет? Да отвали ты. Птичка тебя ждет здесь. Залезть сюда. Сейчас. А, я понял. Да, лимонки полным-полну. Пополнение для моей коллекции. Тут чего? Здрасте.
что? Ты хоть нашла что-нибудь? Замечательный знак. Теперь влево ту фигню. В общем, по воде влево. Здесь, что ли? Слева. Где он? Где-то слева, то есть вот здесь вот. Я немного осмотрюсь. Удачи. Посмотрим, что ты умеешь. Ого, фонтаны! Что там за бомба? Не поняла. Ну, это не бомба. Думаешь? Это возвращает к началу. Это так задумано. Теперь этот. На арене. Черт, похоже, нужно быстрее. Блин. А где это? Вон он, да. Хороший знак. Очень хороший. Ну!
Не успеешь. Успел. Шайтанами Кантары. Нет. Блин, да ну капец. Ну быстрее ты, блин, что ты идешь? Вообще, блин. Да ну пипец. Это, конечно, еще то кино. Что ж, на этом я с вами попрощаюсь, а в следующей уже серии будем пробовать, потому что у меня что-то сейчас нет настроения и не получается. Надо будет стратегию придумать, как ее лучше сделать. Что ж, до скорого, всем спасибо, всем пока. С вами был Вадим Сена. Увидимся, услышимся. Пока-пока.